И вот, господа, мы снова на Копе. У меня, как говорится, хорошее настроение. У Димона тоже. Он сейчас ходит рядышком. Ну и смысл того, что мы сегодня выползли также в наши любимые поля, которые я сейчас вам покажу. Тут самое интересное, что солнце жарит, температура плюс 29. Ну а мы, как в Афгане называется, жара, мы на лыжах. Так что я сейчас вам покажу, что сейчас переключусь. Вот у нас такой вот пейзажик красивый. Вот там прудик. Там мы купаемся иногда. Там где-то Димон бродит. Ну, у нас сегодня так называемый день ВДВ. И у меня вот здесь вот уже находка. Вот он. Пятачочек. 50. Да, 52-й год. Вот он сейчас немножко. Я его покрутил. Красивый. Золото партии. Спасибо дедушке Хабару. Прямо уж... Я уж отчаялся что-то найти в этой местности. Ну вот. Есть что-то. И вот. Снова звонкий сигнал. И он практически выскочил. Из земли весь чумазый. Но это золото партии. Поэтому я как-то не переживаю сильно. Его можно потереть. Это, по-моему, тоже пятачочек. Пятачочек, пятачочек. Ну, вот, наверное, кто-то из вас вперед увидит год. Я не вижу, что-то у меня все плывет перед глазами. 57-й. Во, я его немножко в бок поставил. 57-й год. Отлично. Дедушка Хабар нас сегодня просто одарил пятачками. Это просто феноменально. Ну вот, окружает поля. Все идет так же, как по плану, когда-то. И мы решили выползти, еще раз пробить здесь старые места. Ну и у меня находочка. Вот я ее тут уже обнаружил. И думал, камушек, а это оказалось... О, это пулька. Пулька, но почему-то, видите, с этим самым, с пустотелостью. Наверное, как подобие наше современное трассирующее. Ну, что-то похожее. Ладно, поживем, увидим, посмотрим. Сейчас пока. Спасибо дедушке Хабару за находочку. Будем, интернет нам в помощь. Находочка медная, небольшая пряжка. Интересно. Она, по-моему, без рисуночка, без всего. Хорошо. Такая аккуратненькая. О! Тут небольшой сигнальчик. И уже вот. Земля сухая и прям идеально. Огломок креста. Кстати, другой обломочек, мне кажется, я нашел где-то рядом. Вот такой вот интересный. Что-то здесь еще тоже как то ли рисунок, то ли молитва. Ну, вот над нами долбанный вертолет летает. Что-то ищет, наверное, куда-то кого-то оттащил. Ну ладно, пусть себе летит. Все, вот небольшая глубина. И вот крест. И вот у меня поверхностный сигнал. Я просто сам даже удивлен. Вот видите, я еще даже ее не трогал. Манитос. По-моему. Опа.
Да. По-моему, 20 копеек рамочник. Ага. Вот они, советики. Сейчас попробуем чуть-чуть оттереть. Может быть, год будет видно. Не знаю. Мне здесь ничего не видно. Ладно, помоем. Ототрем, посмотрим. Вот такая вот. Прямо на поверхности. Вот даже. Я еще раз показываю. Сидушечка от нее. Видите? Пушинка тут трепещется. И прямо на поверхности. И вот у меня снова. Где-то вот она. Такой. Медный. Крестик. Я его стал разгибать, он медный лопнул чуть-чуть. Ну, трещинка, но бог с ней. По идее, это такой красочный. Тоненький-тоненький. Ну, спасибо, дедушка Хабар. Классная находочка. Вот здесь у нас находка. Супер-пупер. Вот такая большая медная пуговица. А то, говорит, конина, конина. Вот, смотрите. Обалдеть. В патине вся. С небольшим рисуночком. Кромочкой. Ну, классно. Спасибо, дедушка, спасибо. И мы бродим еще. Солнце нас не выпарило. Ходим пока зигзагами. И вот у меня находка. Выговорил почти со штыка. Звенело-то хорошо, а найти было трудно. Вот видите, пробочка. Небольшая, вот там резьба. Ну, вроде клеем никаких нет. Какой-то непонятной прибамбасины. Вроде от фляги такая. Ну, не знаю. Вот там вот резиночка сохранилась. Резьба нормальная. Накаточка, чтобы ее откручивать. Ладно. Помоем, повнимательнее посмотрим. И вот уже мы не выдерживаем. Поле выжаривает полностью. Димон уже близко к воде. А у меня находочка. Прям вылетела. Конинка с подвеской должна была быть. Да, подвеска вот такая вот. Ну что, довольно-таки неплохо. Спасибо, дедушка Хабар. Ну, сейчас только купаться уже. Да, иду в сторону пруда и надеюсь, что искупаюсь. Поливает с утра мостовые изношены кэбами стрит. В пабах мест не найдешь, и на биржах игра переходит в привычный британский гамбит. Здесь порядок вещей неизменен и прост, как парламентский трон королевы. И влиятельный бунт продолжает прирост буржуазно-имперского древа. А я живу в России, в самой крайней точке бытия. Я живу в России, это просто родина моя. В этой дикой мощи, скованной мечтами о былом, вряд ли станет жить сильнее и проще, но это мой дом. Варисен Клер, зацветает каштан.
вот так мы шли-шли и наткнулись на орешник. Вон там высоко много. Вон, Серёг, смотри, как на твоей же ветке только он... О, ему надыбал орешник. Он после этой самой прикидывается теперь белкой. Я рыжий-рыжий. Сейчас заточит быстро. Так, что там? Опа. Не, вон мы с тобой, смотри там. И вот мы идем по этой дорожке. О, смотри, уже. Это просто родина моя. Ты видел? А нет этого. Дождей нету. Все? Здорово. Вот еще одна белка. Называется Серега. Не, ну так надо. Интересно, гусеница сказать. Не очень долго, или? У меня был дружок, он уехал домой. Те края, где не ждут потрясений и бед. Для него наша жизнь как плохое кино, где бюджет не спасает бездарный сюжет. Иногда он звонит, узнает, как дела, и услышу последние сплетни. Не поймет ли чего, мы сгораем до тла, чтобы снова воскреснуть из пепла. Вот Димон-то зацепил ценную находку. Кузнеца кованину делал, наверное. Тихушечку. Надо, говорит, Димка, это отпустить. А то он сейчас в автобусе сядет, чирикать будет. Яко заводной.